Мужчина в воскресенье застрелил трех друзей, поругавшись с ними после совместного просмотра футбольного матча и пения, а затем покончил с собой в округе Восточный Батон-Руж американского штата Луизиана, сообщает агентство Associated Press. Стрелком оказался 60-летний Родни Кемин. По данным агентства, он убил трех братьев Джозефа Алина, Перри Алина и Марка Алина. Шериф округа Восточный Батон-Руж сообщил, что тело мужчин обнаружены возле дома Кемина. Представитель шерифа, а также родственники Кемина сообщили, что ссора между мужчинами разгорелась из-за музыки и вскоре переросла в драку. Местные власти пока не предоставили комментариев относительно произошедшего. Местные СМИ сообщили, что мужчины собрались в доме родственника Кемина для просмотра футбольного матча с участием команды местного университета, после чего долго пели песни под караоке. После ссоры с приятелями, Кемин направился к себе домой, а братья Алины последовали за ним. Свидетели сообщили, что через 10 минут они услышали выстрелы.